Кто такой сказал? Мне начальство. Мне при чем ваше начальство? Вы одевайте. Мне начальство не говорит ничего. Ну там информация. Да? Ну-ка покажите, что там за информация. А вот. Что это такое? И что это такое? Там написано. Написано? Да. А вот. Прочитайте. Айс, скажет, уважаемые посетители, пока говна не хапните, не заходите. Ну, мы же от себя чем-то не говорим. Ну, а кто это придумал? Ну, кто придумал? Где федеральный закон или что-нибудь вчера есть? Вчера Роспотребнадзор ходили. Да? А рептоп... И штрафовали за то, что да, без масок. Не имеют права. Обратитесь на сайт, почитайте. А зачем мне читать? Федеральный закон будет, будем одевать маски. Сегодня маски ввели, завтра, скажут, без противогазов не пустим. Дорогие люди, в масочках заходим в магазин. Надеваем на лицо, пожалуйста. Зря вы это все, что попало, выдумываете. Уже все. Я ничего не выдумываю. Да выдумываете вы. Хорошего дня. И вам до свидания. Масочки. А? Ну как не пускают? Пускают. Это так рекомендательный характер, можешь смело ходить. Конечно, это дурдом, что они говорят.